Все по нычкам сейчас будут. Ух ты, здорово. Блин, мне нравится. Офигеть. Класс. Game rules. Тут еще какие-то... Тут еще есть какие-то этот... задания, условия. Будем выполнять, играть по правилам или как? Не знаю. О, лесенка. Спускайся. Шо, блядь? Серьезно? Yes, отлично! Давай, выбирайся оттуда. А, хотя может просто поменять. Да. Отлично просто. Все внизу его. Хоп. 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 Михайло Дарк отлично спрятался. Слышь, он сейчас меня еще скинет. А мне нравится. Карта прикольная. Эй, надо свой город пофоткать и его по картам поделать. Лунко. Пожалуешь. Зжут. О, хорошо встали. Ты, короче, сейчас будешь ходить, это твой шанс. Ну, может, и не ты. Сейчас и луну сбросит. Не, он их раздвинет подальше. Типа умный. Блин, карта классная. Уф. Так, я правила почитаю. Тут какие-то задания. А, я хожу. Короче, вот так. Гранату будешь гранату выплыть, да? Как флэш, не выходя. С этого. Что жалуешь? Жут! Так, Трикси подозрительно там хорошо расселась. Это плак. Собака скулит, сука! Это плак! Оня! Радуга. Я! Ну кому равом? Надо у Флэша узнать, в чем правила этой игры, потому что я не хочу это все читать.
Надо бы попробовать на прохождение эту карту сыграть. Тут какие-то задания есть. Воспользуюсь моментом, передам привет коту, Флэшу, Ксероксу, дяде Мише, этому Самано. Передам привет той самой Вере, которая играет в Майнкрафт. Передам привет кислому. Это все потому, что он наконец тебя разбанил. Мариш. Все дела. А вы кому передаете привет? Бабушке там, может быть? Не знаю, сейчас этим мстить буду. Слышь ты, мстун. Так, не осталось? Ага. Нет, не осталось. Ёжик, который спасает бобов. Ладно, так же. Ёжик опять будет меня будет дебилом называть. Аху! Жжёт! Жжёт! Ну и ты замыкай своего одного куда-нибудь. Вельки Дженки. А им ёбаный. О, вот нычка хорошая. Выкури его оттуда. Это очень удобно. Не смог. И камушку давай. Камушка была очень. Чтобы камушка была очень близко подстрелить мимостого. С тем же натягом, понял, тем же таймером, так же само стреляешь и все. Полетели. Ладно. Пожалуешь. Жигнайте. Могила в огне. Блин, мне так нравится разрушаемость в Вормсах. Хедшот. Тушка всю игру здесь. Ёбаный гном. Будва. А я бы на том месте собрал бы аптечку, камушка. Yes, ma'am.
кстати, мимозитов труп. Голос как у Гитлера. Какой ты мертвый! Буффало. Рассказ. Том Трайн Уом. Yes, sir. Знаешь, что будет, когда я поднимусь обратно наверх? Не подни... Нет, поднимешься. Поднимайся. Не поднимешься. Фига себе ты. Знаешь, что сейчас нахуй будет? То же, что и со мной. Сейчас нахуй. И черт его знает, что там будет. Марш за свое! Ну-ка, муравон! Ну-ка, муравон! Фектор, сраный шахтер. Интересная карта. Миресмар. Я на секунду подвис. Сейчас будет пробовать повторить. Нет, я сделал вот так. Ах ты! Почти. Очень близко, да. Бочи. Бочи. Рассказ. Бочи от пацана. Упс. Yes, sir. Не надо, не спускайся ко мне. Эй, я вижу свастику. Я свастон вижу! Где? Прямо над шаурмой. Присмотрись. А, точно. Свастон! Отлично! Надо снова в понях свастон построить. Серьезно, ты ради такого пожертвуешь динамитом?
Это ж как, блядь, приказ в Украине обезоруживании в 1992 году. На самом деле, первом. Но я точно не знаю, в каком. Об разоружении, во. Там как бы намек в правилах для Фиектра. Лучше не стоит туда лезть. Ты правила игровые читаешь что-то? Там прям такой намек яркий. Бомбоёб! Ты тоже это слышал? Да. Бомбоёб! А мы бомбили фраеров! Да, сэр! Подвал. Телепортируйся на финиш. Рассказ. Ну что тебе там не нравится? Серьезно? Зачем? Мариш! Он не хочет заморачиваться. Очень занимательная битва. Рассказ. А наверху сидит радуга. Не сможешь. Ах ты читер. Нет. Блять. Падай. Ой, я знаю, что есть. А, ты У меня две поняши осталось. Михайло Дарк и Доктор Монстр.
как плохо, когда нету бесконечной веревки. Предлагаю следующий матч поставить с бесконечной веревкой. Нет. Почему? Ты читер. Ты чё, охуел? Я тебя убью нахуй. Чё тебе бесконечная веревка не нравится? Ты умеешь ей пользоваться. Господи, вы сами натренируетесь. Бесконечная веревка позволяет вам, блядь, нажимать сколько угодно раз пробел и даже не упасть с веревки. Успею, не успею, фиг знает. Я успею. А мы бомбили проеров! Обратно, быстрее. Давай. Да. Ей. Я тут сижу. Рассказ. Виктор там пытается добраться до шаурмы. Блять, смешно сказал. Кто-то выгребает. Ну, как я уже сказал, Фектор, это наша Украина в 91-м. Нет, не смогу. Двойным энтером. Ну, так пытаюсь. Да, с самого угла. Ну, ладно, отсюда походу. Так, наивный. Говорит, отсюда попадет, смотри, смотри на него. Ты не будешь старать эту красоту. Да. УЗИ хотя бы. Тюшан! Пока Фектор к тебе доберется, он все свое вооружение потратит. Сейчас будет очень занимательная битва. Yes, это радуга против Вектора были на верхушке там этого тонущего Квейка. Да. Вот сейчас будет то же самое. Подвал. Квейк утонул. Игорь тонет. Так, чё? А у меня УЗИ бесконечно. Бочи. Теперь тетушка тебя наваляет. Эй, ну на тетушку переключись, ему веревкой. Знаешь, почему он меня не наваляет? Почему?
Потому что если он ко мне придет, мне есть достаточно вооружения, чтобы послать его нахуй. А что ты тут делаешь? У меня есть святая бомба для тебя. Специально для тебя. Но у меня для вас обоих. Так, ну это пусть... А, там ящики. Отлично. Сейчас я возьму какую-нибудь крутую хрень и вас... Банана-бомбу. Почти. А что? Динамит. Хорошая вещь. Да. А теперь? Парашют. Отличная, блядь. Отличный ящик. Блин, переключиться не могу. Ладно. Бля, большая карта, классная. Сейчас тетушка попытается отправить меня вниз. Конечно, если ему жалко своего червяка, то он его отправит в стенку. Он может тебя застроить. Вот именно, это если он хочет жить. У меня полно оружия, я ничего не потратил. Шучу, потратил, но у меня есть мой козырь, который я берегу на конец игры, но мало ли, может он мне больше не понадобится из-за внезапной смерти. Банановая бомба? Нет. Кое-что, что может насолить, но не до такой степени, как банановая бомба. 10 секунд. Спасайся, Фиэктро, спасайся. Запульни лучше туда этой, как его. После базуки вторая. А вот и она. Здравствуйте. Фиэктро вылетел. Пью-пью-пью-пью-пью. Фиэктро вылетел. Еще он ливает. Ты мой. Просто вовремя. Долетит. Не долетело. Мариш! Так, быстро делаем. Вот так. Могу. Столько тут. Что у меня есть крутого? Пистолет. Расстрелять. Кстати, это отличная идея — ставить будильник перед внезапной смертью. Маришь.
Жива. У тебя есть что-нибудь? На чем я, может быть? Не знаю. Ладно, попробую. Вдруг нету. Есть? А где ты? Я справа где-то. Вон там, в конце карты справа. Я вижу одного. Где камушек? Вон, справа. Ага. Я вижу справа. Справа. Не то право. Добби! Так, есть. Фектора уже спать уходит. Ничего не жалится. Так. Можно будет веревки сейчас потренировать. Ай, закончились. Да, вы пока там друг до друга добирались, у вас уже боезапас закончился. Ой, блин. Ладно. Я же думал, что мне конец. Тебе конец? Мне конец. Да. О, черт, мне конец. Конец света. Да, передавайте Свете привет. Мой конец уже идет к ней. Мариш. Уровень-то тонет, мне интересно, как ты оттуда выберешься. Очень просто. А-а-а-а-а. Даже так. Ай. Ой-ё. Ну ладно, так даже проще. Вектре вообще не повезло, он только добирался до меня.